Позвольте, позвольте, простите, да смело, но должен я вам представиться здесь, право пред вами. Сейчас вы увидите здесь маски старинного театра, а потому я пред вами, как старину бывала, я видно должен. Но для того, чтобы как прежде сказать вам, те слезы, что мы проливаем, игра, на страдания и рыдания наши, смотрите спокойно. Да! Автор желает вам показать своей фантазии создание. Мы просим вас не забыть, что актер — человек. Маска моя закрывает страдания. Часто смех покрывает рыдания. Итак, мы начинаем!